оригинальный. Этот у оригинального кристалл большой, а судел кристалл маленький. Вот я поэтому не думаю, почему поделки там горят. Вот это еще одна поделка. 11N60. У него кристалл-то вроде бы нормальный. Большой. На него пожалели меди на вот эту подложку, она достаточно тонкая, и тут вот пустота. Этих транзисторов есть. Вот один оригинал. Вот какой малюсенький кристалл. Это и еще одна подделка.
кристалл вроде бы большой. Это, наверное, оригинальный, хотя нет. А может, и оригинальный. Тут вообще смешной кристалл. Вот у меня этих я ERF 540N вот таких штук купил, но думал, что может что много куплю, так попадутся оригинальные. Раз пришли какие-то с такими маленькими кристаллами, они очень легко горят. И чем меньше кристалл, тем я заметил, тем они легче горят. Легче горят. Вот у меня целая куча еще вот таких ERF 540N. Вот еще раз вот сравнить эту подделку вот с оригинальным. Мне кажется, что они вот так, чтобы он более соответствовал его сопротивлению канала, соответствовал более-менее даташиту, они их делают, например, на каких 30 вольт, то есть низковольтные, хотя он на 100 вольт рассчитан, и поэтому он более-менее соответствует даташиту, но напряжение высокое не держит, его высокое напряжение быстро пробивает. И когда покупатель может проверить сопротивление канала, оно более-менее такое, какое надо. И затворы могут емкость там искусственную создать. И все вроде мы более-менее как надо. А горят очень легко. Потому что они на 30 вольт или на 40, допустим, хотя должны быть на 100 вольт, а все равно все обычно берут, делают запасом, если транзистор на 100 вольт, его ставят в 24 вольта, и никто не думает, что-то никто не будет ставить так, как положено. А я на этот запас не очень смотрю. Я, если, например, 24 вольта, я могу поставить 30 вольт. У меня нормально работает 30 вольт.